Татьяна Мельникова из Корсунского района более 10 лет борется с онкологическим заболеванием. Недавно стал вопрос о новом интенсивном лечении. Однако выписанное лекарство не входит в список бесплатных. Ценник превысил 1 000 000 рублей. Для семьи Мельников сумма оказалась неприподъемной. О проблеме узнал губернатор Сергей Морозов. Во время рабочей поездки в Корсунский район он пришел в гости к Татьяне и принес хорошую новость. Жительница Языкова в ближайшее время получит адресную материальную помощь, покрывающую все расходы на покупку препаратов. Во время встречи Татьяна получила ценный подарок – икону святого Пантелеймона. Я человек глубоко верующий и хотел бы, чтобы не только дело рук человека, дело рук докторов помогало вам справиться с недугом, ну и чтобы нас с вами, небесный покровитель православный, охранял вас. Спасибо вам огромное. После домашнего визита глава региона отправился в районный дом культуры и провел совещание по социальному развитию муниципалитета. Кульминацией мероприятия было торжественное вручение школьных наборов будущим первоклассникам. Вручается Ушову Никите. Напомню, что акция «Помоги собраться в школу» входит в реализацию национального проекта «Демография». Участниками благотворительного проекта стали уже 18 000 детей по всем районам области. Виктория Чуркова, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.